Спеціально амбулаторію не будували, а дремонтували будинок, що примикав до шматкватерного дому по вулиці Молчанського. Тепер трапить на прийом, здати аналізи, зробити уколи при необхідності, отримати екстрену і неоткладну медицинську допомогу тут можуть усі жихари мікрорайону Фатіна. А гэта 8 тисяч дорослих і 4 тисячі дітей, яким рані доводилося їздити у поліклініку у район завода Кірова. Для нас це великолепно, тому що дуже великий район у нас. Так что будет там немножко разгружено, а здесь мы будем ходить, кто будет к этому району, к этой поликлинике относиться. Нам далеко и дойти до остановки, как бы и на транспорте, что с коляской вот не очень удобно, а тут прям вот вышел, как на прогулку, прям в поликлинику можно сходить. Амбулатория укомплектована необходимым современным диагностическим оборудованием. Есть аппарат Интеркарт, который может проводить даже телемедицинское консультирование, аппараты ЭКГ, планшеты для передачи данных ЭКГ, отоскоп, офтальмоскоп для работы врача общей практики. Портативный кардиограф может передавать информацию онлайн. Таким чином специалисты амбулатории при необходимости могут отримать оперативную консультацию на месте. Амбулатория подключена до агульно-республиканской системы. Вся информация про пациентов заховывается у персональной электронной карточки. На каждого пациента мы стараемся завести электронную карту, где указываем все его данные, все его обследования, прививки, флюорограф. А также мы можем обеспечить пациенту своевременный повторный осмотр. Мы его можем самостоятельно записать на прием к любому специалисту, который есть в нашей поликлинике. Это наша программа целевая по приближению, значит, медицинских работников или оказания медицинских услуг к месту жительства населения. Буквально 2 года тому назад мы открыли тоже кабинет амбулаторного приема в микрорайоне Юбилейный. Там также нужна была вот такая точка учреждения здравоохранения, чтобы жители пришли в прямо микрозоны и получили самые необходимые услуги. Як адзначылі ўдзельнікі ўрачыстай цырымоніі, апошнім часам база магілёўскіх медыцынскіх устаноў значна ўзмацнілася. Напрыклад, у гарадской бальніцы адкрыта сучаснае радзільнае аддзяленне, аддзяленне гемадыялізу, рэнтген-аддзяленне. Кіраўніцтва Магілёва падзялілася, што ў планах будаўніцтва паліклінікі ў раёне Казіміроўка. Алена Салаўёва, Віталь Вопсіў, Навін рэгіён.